Самая ужасная проблема людей, которые работают в офисе, это отсутствие свободного времени. Отсутствие свободного времени на себя, на свою семью, на свои хобби и увлечения. В офисе ты превращаешься в настоящего раба, который работает с 9 до 6. До 6 это в мягком случае, если ты успеешь выполнить все проекты, которые тебе поручили. Позже ты получаешь отпуск спустя полгода, и за эти 2 недели ты пытаешься оторваться просто так, отдохнуть за эти полгода, как не отдыхал никогда, потому что потом работать еще полгода до следующего отпуска. Именно поэтому я решила выбрать профессию грумера. Помимо того, что это большое, огромное количество времени общения с животными, это еще очень яркая и творческая профессия, в которой нужно, мне кажется, уметь реализоваться каждому человеку, кто любит животных. Это позволит мне иметь больше свободного времени для себя, для своей семьи, для животных. Я очень люблю навещать собак в приютах, гулять с ними и как-то социализировать к этой жизни. Мне очень приятно с ними общаться, и я очень рада, что существует такая профессия. Сейчас я учусь в ней, развиваюсь, делаю свои первые успехи, как можно увидеть на этом шпице, который сидит у меня на коленках. Это мой личный шпиц, он сегодня был для меня моделью. Я попробовала на нем технику стрижки, которой я здесь научилась. И впоследствии я очень хочу научиться красиво стричь собак и работать с частным грумером, что позволит мне иметь большее количество времени на свою семью, на своего ребенка, на свое увлечение.